И всем привет, вы находитесь на канале Рик Лего Майнкрафт и добро пожаловать на новое видео. Сегодня мы с вами разберем всю историю биг фигурок в Лего Майнкрафт. Но перед этим ставь лайк и подписывайся на канал. Погнали! Все началось в 2019 году. Лего выпускает три набора по биг фигуркам. Первый из них — это Стив и попугай. Стив выглядит очень просто, так же как и попугай. Чего-то уникального здесь нет. Алекс и курица. Алекс выглядит очень просто, так же как и курица. Скелет и магмовый куб. Вот скелет выглядит намного лучше, чем Стив и Алекс. Мне кажется, он намного проработанней. А магмовый куб такой же простой. Самое уникальное в этих трех наборах — это новые молды оружия. Кирка, меч и лук. В 2020 году нас встречает два набора. Первый — Крипер и Оцелот. Крипер выполнен достаточно хорошо. В нем есть даже динамит с порохом, что довольно прикольно. Оцелот так себе. Малыш зомби на свинье. Малыш зомби тоже довольно прикольный. А вот свинья какая-то большая. Далее в 2021-2022 году мы не увидели никаких биг фигурок. И все вплоть до 2024 года думали, что их закрыли. Но неожиданно нам представляют новый набор. 212-81, празднование дня рождения поросенка. Он представляет из себя 6 биг фигурок и торт. Его я подробно разобрал в прошлом ролике. Посмотрите его по подсказке в правом верхнем углу. Но мы кратко пройдемся по каждой биг фигурке. Крипер и малыш зомби остались такими же, только некоторые запчасти поменяли цветами. Детеныш ламы, какая-то она раздутая. Лисенок, есть цвет, который перебивает рыжий. Поросенок, прикольный, но не очень. Котенок, мне все понравилось. Это последний набор, в котором есть биг фигурки. На этом мы будем потихоньку заканчивать и подводить итоги. Всего есть 6 наборов, в которых есть биг фигурки. И кто знает, может Лего решит продлить эту под серию. Это мы узнаем в сентябре или октябре, когда будут раскрывать название наборов. Обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Ну а с вами был я, Ярик Лего Майнкрафт. Увидимся в следующем видео. Всем удачи!